наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Но чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет! Это же Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование? Не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. Ну чего здесь необычного? Как американцы бы отнеслись, если мы бы взяли на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США, поставили бы наши ракеты? А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Вы подзабыли, что ли? Ну ладно, все затихло, никто не вспоминает про это. Так как вспоминают сегодня про Крым. Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, что как Украина-то складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич. Когда создавал Советский Союз. Договор 22-го года союзный и 24-й год Конституции. Правда, после его смерти, но по его принципам создан. Значит, ну, вопрос в безопасности. Но сейчас, бог с ней, с историей. Вопрос в обеспечении безопасности. Поэтому нам важен не ход переговоров, нам важны результаты.